прохождение игры FIFA. Так. Значит, нужно ее валить к барону. Который находится всего лишь в нескольких метрах от нас. Если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия, первородная. Прималь! Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить, направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы, но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Серин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее. Но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней мечту. О ком ты говоришь? Девушку забрал Альтус. Вам он известен как Орион. Это мой брат. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью пробужденных. Как и мы, он чувствовал Прималь. Он был на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он, должно быть, готовится к новому ритуалу. А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний... Твой глаз. Ты был там. Я вспомнил. Ты и есть последнее звено. Удачи с приспешниками моего брата. Честно говоря, я никогда не понимаю, почему тут было эхо. Повторялось это дважды каждое слово. Ну, ладно, хрен с ним. К барону пришли новые гости. Пока они сжигают его особняк, я схожу в торжественный зал. В торжественный зал. Спасибо, капитан. Очевидность. Ты последний ключ. Ты, надежды всего города, бла-бла-бла, Джигурда и прочая бубыня. Мы же победили! Как это может быть? Ёптить. Нужно не поднимать тревогу. Если он не дурак, то уже научился бояться озаренных.
шутить. Я в этом не уверен. Таскиваем в тень. Не время сдаваться, когда муж и так близко. Ну, блюдок взял, съехал. Что-то не так. Так их тут двое. Каждую ночь один и тот же кошмар. Здесь труп. Кто это сделал? Дядю Васю. Попутно ограбили чувака. Так, а теперь давайте-ка осмотрим местность. Тут трупики. Ух ты, что иметь. Нет, давайте-ка лучше пойдем туда и хрен бы совсем. Ага. А я тут сладенький. Только бы найти его. Я не сдамся. Я не посмею. До свидания. Вроде все как гладенько проходит. Прям. Честно говоря, прямо это радует. Давайте еще попутно поруем его и кидаем трупешник нафиг. Фига нам нужен. Опаньки. Ништяки, это хорошо. Ох ты ж. Исцеление! Возьмите ее кровь! Маг, ура! Ты гоняешься за мной, чтобы спасти себя. И даже не признаешься в этом. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию.
Не зевать, не зевать. Он еще здесь, где-то. Блин. Если задеваюсь, крысы сожрут. А что, забраться здесь не вариант? Поймаю всех воров в городе и повесим в рядок. Фух. Скажем так, пронесло. Это шанс доказать мою веру. Теперь очень тихо. Фак. Уходи. Уйди, 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 уйди. Смотрю, хорошо картина прям смотрится. Ой. Какая прелесть. Надо собраться. Черти ебаные. Ой, я завсел себя сам убил. Нафиг, блин. Пипец какой-то вообще. Как его задний схватил, я понять не могу. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию. Окей, лаборатория, так лаборатория. Что тут у нас? Все. Метит надо. Блин. Можно сюда? Чёртова голова. Надо собраться. Все четко, прям обалденно. Где записка? Поручительство. Давайте заценим. Трофеи. Документы.
это дело с поручительства. Мне интересно. Твою мать. Куда делось поручительство? Трофея. Ни хрена нет. Это чертово поручительство. Так, давайте-ка найдем. Черт, и вот бред такой вообще, блин, вот вроде бы взял документ какую-то хренотень, вот, блин, и не могу теперь найти. Соединение, блин, вот тут. Блин, херь какая-то. Замечательно просто. Ну не случайно подбором здесь просто хренеешь, что это делать. Малыш. Я опять замок вернулся. Что, ладно, хрен бы со всем этим. Хотя нет, друзья, сейчас. Секундочку. Thank you.
Вуаля. Да-да-да-да, там бла-бла-бла, там вся фигня. Значит, возможно, это не секретный ход. Нам надо. Хотя, возможно, его. Вход в лабораторию. То есть много ништяков. Ну, немного, конечно. Концы в воду. Понятно. Ясно, понятно. Ой-ой. Так-так-так-так-так. И идем сюда. Твою мать. Не то место, друзья. Не то. Найти вход в тайную лабораторию. Твою мать, где мне тут ход высрать? Все, возможно, мы вообще внизу, то есть здесь это так как бы дополнительные плюшки здесь были. И все в этом духе. То есть то, что нам нужно, находится здесь. Да, жизнь боль. Чувак, крысы повсюду. Сейчас спрыгнем, глушим его. Плохие времена. Да не говори, братан. Здесь должен быть еще один перец. Ну, видимо, его нету. Ну и слава богу. Пыньки. Опять какой-то секретец надо были. Ну, мне по сути дело вообще сейчас на серии на секреты. Мне лишь бы вот найти именно то, что нужно. То есть вход в тайную лабораторию. Меня на данный момент интересует. Спи спокойно, милый друг. Я даже нашел вход. Ой-ой-ой. Давайте-ка осмотримся, потому что мало ли здесь ловушки где-то. Нет. Видимо, здесь нету. Здесь тоже ничего нету. Начало подлагивать, значит, здесь будет что-то веселое. Паньки. Ништяки, это всегда хорошо. Что сейчас какой-нибудь, наверное, трындец будет, почему верно.
23. Блин, сколько ништяков-то. Если отдаривают, значит, что тут вот так, канатная стрела. Значит, надо будет это лазить. Просто так тут ничего не бывает. Вообще в жизни ничего просто так не бывает. Это осколок камня Примали. Но он закреплен в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. В каком-то устройстве. Устройстве. Так, опять у меня кончается. Energy. Отчет о ремонте в лаборатории. Так, идет запуск механизма. Прогресс. И да, они спасто нам дали канатную стрелу. Вниз. Ну, ты ничок. Маленький такой. Ты ничок. О, новый трофей. Это я возьму. Колечко. Память о мертвых. Два кольца. То есть три кольца. И осталось еще три. Так, а теперь нужно разобраться с механизмом. Понять, как это все работает. Если как следует надавить в правильных местах, я сломаю эту штуку. Давай. Дави по полной. Они нет, потому что ты не мог смириться, что мыши так же свободны. Хотя, что я тут распинаюсь? Великий Гаррет не может быть виноват. Опаньки, одну очку умений. Давайте-ка зайдем. На концентрации вся фигня. Способность находить уникальную добычу и трофеи, появляющиеся. Отпечатки указывают путь. Ловкость. Способность быстро украсть несколько предметов у подозревающей цели. Нет, стрельба, нет, скрытность. Хо-хо-хо. Я бы открыл, конечно, интуансию, что, в принципе, я и делаю, чтобы были отпечатки. О, будет прикольно. Думаю.
думаю, но я не уверен. Но тем более контраст таким образом повысим. Ё-моё! Что такое? Мастер Вон! Я не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий дёготь. Черные руки! Но твои руки я повешу над камином. Оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Сложно дойти к мосту. Не надо попасть на ту сторону. Понятно.
Будь осторожна. Эта крыша того и гляди упадет. Easy, easy, man, easy. Охереть, друзья. Так. 3,6 трофеев собрали. 40 из 90. Нужно 0, убийств 0. Продолжить. Так. Трофеи обновлены. У нас, как всегда, тут же ни хрена у нас нету. Это уже стёпидёвы. Ну да. Возьмём все канатные стрелы тогда. Чё ж поделать. И... Так вот, сделаем. А продолжим мы прохождение в следующий раз. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели мои видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Всем до встречи, всем пока.